Друзья, всем привет! С вами Таня Виттори. Давайте поговорим о днях недели. Какой день недели? Понедельник. Понедельник. Вторник. Вторник. Среда, среда, четверг, четверг, пятница, пятница, суббота, суббота, воскресенье. Воскресенье. Когда? В какой день недели? Предлог в плюс винительный падеж. День недели. Сегодня день недели. Какой? Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье. Когда? В понедельник, во вторник. Вторник, в среду, в четверг, в пятницу, в субботу, в воскресенье. Вспоминаем винительный падеж. Мужской род. Понедельник, понедельник, вторник, вторник, женский род, среда, среду, мужской род, четверг, четверг. Женский род. Пятница. Пятницу. Суббота. Субботу. Средний род. Воскресенье. Воскресенье. Какой день недели? Позавчера. Позавчера была суббота. Было воскресенье. Был понедельник. Был вторник. Была среда, был четверг, была пятница. Вчера, вчера было воскресенье, был понедельник, был вторник. Была среда, был четверг, была пятница, была суббота. Сегодня, сегодня понедельник, вторник, среда.
четверг, пятница, суббота, воскресенье, завтра, завтра, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье, понедельник, послезавтра, послезавтра, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье, понедельник, вторник. Что делают в воскресенье? В воскресенье друзья ходят в парк, отдыхают дома, смотрят футбол, ездят на велосипеде, ходят на стадион, не ходят на занятия, не спешат в университет. В воскресенье родители ходят на прогулки, гуляют в парке, смотрят телевизор, ездят на экскурсии, ходят в театр, не ходят на работу, не спешат в офис. Слушайте, повторяйте, читайте. Что ты делаешь в понедельник днем? В понедельник днем я работаю. Что ты делаешь во вторник? Во вторник я буду в университете. Что ты делаешь в воскресенье? В воскресенье я жду гостей. Что ты делала в четверг? В четверг я была в школе. Что вы делали в пятницу? В пятницу мы были в зоопарке. Что он делал в субботу? В субботу он был у бабушки.